Глава Люберец проверил антитеррористическую защищенность одной из люберецких школ. Она проводится по поручению президента России и губернатора Московской области во всех образовательных учреждениях региона. Как защищают городские школы в следующем сюжете. Видеокамеры по периметру и внутри здания, КПП на входе. Попасть в эту школу постороннему не получится, как и пронести что-то запрещенное. Новая рамка металлодетектора с ювелирной точностью определяет, где у человека находится металлический предмет. Работает она в паре с системой контроля доступа. У нас есть вот такие карточки, и вводится фамилия, имя ребенка, соответственно, с фотографией. Мы можем сразу, охрана видит, наш ребенок проходит по этой карточке, сразу высвечивается фотография, то есть идентификация происходит моментально. В случае утери карточку блокируют, взамен выдают новую. Аналогичные электронные пропуска есть и у преподавателей. Несмотря на то, что учебный год завершился, бдительность охрана не теряет. Впереди работа летних пришкольных лагерей. Лагеря у нас будут на 30 учреждениях, это немало, и поэтому здесь надо было тоже все меры предусмотреть, чтобы детям было в лагерях весело, радостно, и ни в коем случае, чтобы мы уже не задумывались над тем, что где-то может поджидать опасность. Во втором квартале 2021 года в образовательных учреждениях округа закуплены и установлены всепогодные рамки металлодетекторов, контрольно-пропускные пункты, видеодомофоны и камеры видеонаблюдения. Работа по обеспечению безопасности в школах и детских садах Люберец продолжится в ежедневном режиме. Григорий Ворванин, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.